Мында бүгін келдік 9 декабрьде кечкен махкеме, кече махкеме Сиран Харидиновын, Алим Суфьянов и Сизиков Сашанын. Вот, біз келдік ел тұтмақ, иншаллах, вот, сақ селеметнен. Вот, біз өзімізден ола жақ әрекетіні япамыз, Аллаға шүкір, иншаллах сақ селеметнен. Епсі балалар чықып, қоранталарнен қабырсынлар. Сегодня в апелляционном военном суде продолжилось рассмотрение представления прокурора, а также жалоб защитников на приговор Южного окружного военного суда по делу так называемой второй Бахчисарайской группы, второй Бахчисарайское дело. А мы подзащитный Исмаилов Эдемага. Сегодня Эдемага продолжил представлять суду дополнение к апелляционной жалобе. Он обстоятельно остановился сегодня на экспертизах, которые были сделаны по постановлению следователя, а также исследованных судей, которые, по сути, легли в основу данного обвинительного приговора. Эдемага обратил внимание суда на те противоречия, несостоятельность данных экспертиз, по его мнению. Также обратил внимание суда на обоснованность и непротиворечивость заключения специалистов, которые были приобщены в защиту исследованных судом. Эдемага продолжит представлять свои дополнения на следующем заседании, которое состоится во вторник, следующий в 9:30.